Здравствуйте, с вами интернет-магазин Стеклоподъем РФ. Представляем вашему вниманию электростеклоподъемники «Гранат» для установки в передней двери автомобилей ГАЗ-31105 «Волга». Эти же стеклоподъемники могут устанавливаться на ГАЗ-2410, 2412, 3110, 3102 и 3129. В комплект входят два электрических стеклоподъемника с моторедукторами, левый и правый. Стеклоподъемники имеют рычажную конструкцию, точно такую же, как и оригинальные электростеклоподъемники ГАЗ-31105. При установке электростеклоподъемника в дверь он крепится в штатное отверстие болтами, оставшимися после демонтажа оригинального стеклоподъемника. Два переключателя стеклоподъемников 92-3709 с рамками. Жгут электропроводки для подключения. Этот совмещенный жгут предназначен для установки двух переключателей недалеко друг от друга, на панели приборов, центральной консоли или в облицовке тоннеля пола. Если вы желаете установить кнопки для управления стеклоподъемником в обивке дверей, чтобы в водительской двери был блок на две клавиши, с которого водитель сможет управлять стеклоподъемниками как левой, так и правой двери, и одиночный переключатель в двери пассажира, в ассортименте нашего магазина имеется такой комплект для подключения электростеклоподъемников. Спрашивайте наших менеджеров, они с удовольствием добавят его в ваш заказ. Паспорт электростеклоподъемников с инструкцией по их установке и подключению. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине «Стеклоподъем РФ». Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 1059 каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!